Скоро колл-центр по записи на вакцинацию заработает и для других городов. Пока принимают звонки только от жителей Тирасполя. В Минздраве сообщили, с 5 августа на прививку по номеру 126 можно будет записаться и тем, кто из Бендер. 19 августа добавят еще один город – Слободзею или Рыбницу. В сентябре к единому номеру подключат Григориопольский, Дубосарский, Каменский районы и Днестровск. Еще раз напоминаем, в колл-центре только записывают на вакцинацию. Сейчас в Приднестровье доступны три препарата – AstraZeneca, Janssen и Pfizer. Оператор горячей линии для записи попросит паспортные данные, так что во время звонка документ должен быть на руках.